Асан, тебя можно поздравить не просто с победой, а с тем, что ты прям залетел в Лигу ИСИ. Какие спасибо, эмоции? Тебе. Спасибо. Мы были, когда я на игроке сидели. Теперь мы взлетаем, держись. Будем давать интервью людям. Эмоции очень, короче, нереальные эмоции. Так как вы же знаете, как я дрался, гоняя очень много килограммов. Девчонки, вы видели, вы тоже мне говорили. Я уже хотел ACA. Этот соперник очень хороший был на самом деле. 12-2 рекорд. Он из 3 побед с лучшими дрался, с лучшими проигрывал. Но уже хотел высшую лигу. Ты ожидал, что сегодня тебя подпишет официально? Клянусь. И Патриот пообещает тебе... Клянусь Аллахом, я вообще ничего не ожидал. Я хотел просто раздельным решением судьям выиграть этот бой. Как я тренируюсь, конечно, каждый день 2 раза, 3 раза. Даже говорят мне, когда говорит тренер, отдыхай, сделай бассейн, я делаю тренировку, и тогда бассейн отдыхаю, вообще не отдыхаю. Но есть Всевышний планы у нас. У нас другие, у него другие. Можно было в любой момент пропустить удар и упасть. Как бы я ни тренировался, что бы я ни делал, все равно Всевышний другие планы вообще не ожидал. Если, ну, я знал, что если я этот выиграю этот бой, я, конечно, уже большой шаг буду впереди. Очень хотел там выступать. Мама хочет, чтобы я там поднялся уже, как я гоняю вес. Наконец-то. А, да, он любит. Вся надежда на меня. Такое чувство было, как будто бы стал более серьезно драться. Уже не летел, уже не эмоционировал, все так размеренно. С чем связано? Клянусь, я был очень спокоен. Я даже боялся говорить там своим тренерам, там, что я такой спокоен. Конечно, волновался я, но был очень спокойный. Такой огня не было, как раньше. Выйду, я летал, короче, на микрофон туда-сюда. Уже такие эмоции не было. С чем это связано? Не знаю, видишь, я рад очень, что ACM меня подписал. Сейчас это эмоции. Сейчас высшая лига, короче. Нашумим камеры, все это. Главное там не ломать камеры. Может, Магомед Хамзаев повлиял. Ты к нему сейчас перешел, может, он как-то с ним повзрослел-то немного. Он, да, клянусь, с ним тоже. У меня было не было диетолога. Спасибо моему диетологу Ибрагиму и мой тренер Хамзаев. Он делал большой шаг в моей карьере. Как надо правильно делать, как не надо правильно. Все это, короче, помогал мне. Да? Не было тренера, никого. Один двигался. Гонял 20 с лишним килограммов. Вот так. Вчера... Диетологом лучше? Да. Ну, позавчера я согнал 7300 за один. С утра до следующего. Слушай, ну планы не буду спрашивать. Походу все-таки ты попадешь в лигу, раз да, ты я буду пообещали. Я завтра утром 10:00 бокс пойду, потом вечером побегу, воскресенье отдохну и снова пахать. Что бы ни было. Можно проиграть, выиграть, но я буду пахать. От меня зависит все, я буду делать.